С выходом эпизода «Риск. Благородное дело» в «Калибре» появится боевой пропуск. Он будет доступен с 25 марта по 22 апреля и состоит из 50 уровней. Открывайте их за игровой опыт, заработанный в любых режимах. Пользуйтесь премиум-аккаунтом и получайте в два раза больше игрового опыта и дополнительные 40% к опыту боевого пропуска. Получайте награды за открытые уровни. Это резервы, дни премиум-аккаунта, кредиты и монеты, эксклюзивные эмблемы, камуфляжи и эмоции. А на 50 уровне вы получите эпический камуфляж «Воевода». Приобретайте премиальный боевой пропуск за монеты и получайте дополнительные награды за каждый уровень. Приобрести премиальный боевой пропуск можно в любой момент события. Вы сразу получите все награды до уровня, на котором находитесь. При переходе на следующий уровень все награды будут начисляться автоматически. Чтобы проходить уровни быстрее, опыт можно докупить. И самая главная награда — снайпер «Арчер». Он принадлежит новому британскому подразделению Task Force Black. Боец уничтожает одним выстрелом в тело легко бронированного противника. Он обладает спецспособностью «Разрывная пуля». Во время ее действия «Арчер» наносит урон не только цели, но и стоящим рядом с ней противникам. Награды боевого пропуска нельзя будет приобрести никаким другим путем в течение 3 месяцев после завершения игрового события. Поэтому не упустите шанс получить уникальные награды одними из первых.